Председатель Верховного Совета Крыма Владимир Константинов призвал руководство областей Юго-Востока выступить единым фронтом против силового захвата власти в стране. Об этом спикер заявил на внеочередном заседании Президиума Верховного Совета полуострова. Ситуация в стране по-прежнему остается очень острой. Украина погружена в политический кризис. Президиум Верховного Совета, как политический орган, не может оставаться в стороне. К депутатам обращаются сотни крымчан с тревогой за судьбу страны, с призывами самого разнообразного характера. Сегодня Президиум Верховного Совета автономии, депутатский корпус крымского парламента ориентированы на одно – поддержку легитимной центральной власти и недопущение неконституционных и незаконных действий. На территории Автономной Республики Крым досрочных выборов не будет. Председатель Верховного Совета Владимир Константинов призвал крымскую общественность поддержать сотрудников правоохранительных органов Беркута, выполняющих свой конституционный долг – охрану общественного порядка, а также членов их семей.